Ах, эти черные глаза, Реминорчик, прошу. Как блеск рояля. Их не могу покинуть я, они стоят передо мной. Ах, эти черные глаза. Они играли воспламененной глубиной, но не со мною. Не со мною. И вот дальше все знаменитые куплеты. Очень, очень страстно, очень жгуче и прекрасно. Сколько жизни ты сгубила меня, слышишь? Ты спалила меня. Там. Эх! А вы знаете, как я каждый день начинаю жизнь свою? Я только вам сейчас не скажу. Вот я по, как этого нашего Иванова, детка Иванов, помнишь, да? Как ушаты воды вылью, я виолончель берегу от вашего, не дай бог не наступили, а там края. Надо играть Моцарта. Это наша с вами молитва в мажоре учительница, которая, знаете, что говорила? Она говорит: дети, я сегодня видела страшный сон, как будто один из наших учеников, мальчиков, я не буду говорить, кто он, а я сидел на первой парте в единственном числе, и она на меня смотрит, позволял себе курить. А я мечтал кем быть.
танкистом, героем Советского Союза, я же дитя войны, я же в 42-м. Помните, как Евтушенко сказал? В порожевших от времени пожнях в 41-м году родилась в глухоманной деревне Таежной под прозванием «Великая грязь». Вот я родился тоже почти в канаве, понимаете? То когда мы бежали из Петербурга, Свердловска, потом мама мной разрешилась уже без папы. В 42-м году, аж 1 марта, понимаете, да? Вот. То я так свою жизнь до 5 лет где-то по помойкам в основном и провел. В поисках хлеба насущного. И когда меня вдруг вели после этого в этот храм, отмыв 18 раз, я же еще не знал, что мой дед был первым директором-основателем этого лицея, и учился он играть на виолончели, и что когда-то он был учителем еще, первым по классу виолончели в этом лицее, а что его 7 ноября немцы сначала гвоздями, а потом сожгут с бабушкой 39 лет, вот здесь, в 41-м, понимаете? И что в память о нем меня мама ведет в этот лицей, чтобы я хоть один из троих был приобщен. Боже мой, а я должен, дитя войны, мечтал быть героем, летать на самолетах, подвиги совершать. Я должен вдруг носить вот это вот в каком-то... Так я и перебрасывал через все заборы, пока доходил до школы. Ну и что я приносил в класс, можете себе представить. И плюс это еще... Это дети, да. Я на всю жизнь эту интонацию запомнил. Понимаете, как важно с учеником? Кого можно же испугать на всю жизнь. Я, кстати, тоже напугал многих. Было. И пугаю иногда до сих пор. Но иногда делаю волшебную ошибку, и что-то получается. А я для чего здесь? Что вы думаете, я милиционер, что ли? Нет, опять не фокус случился. Вы сначала. Все вот эти, все маленькие, Риттерданда, Анимато. Я вот, на меня надо видеть. Ну, пожалуйста. Сразу с вас. Раз, два, три, раз. Что непонятно? Ре, берите ваше. Распределение. А, вы не знаете этого сочинения. Еще раз это. Крещендо на ре написано. А потом мгновенно погасить скорость ре. Да ретину-то нет. Поняли или нет? Раз, два, три. Только пианиссимо. Концерт Паганини играет, пошли. Thank you.
Ну а теперь начните. Свободный ход. Заваривайте. И ворвите же. Джано. Всю динамику выстраивайте. Я темный лети, До сих пор музыки не знаете, черт возьми! Отпустите плечи все! Идите! Секунду играете малую! Я устрою сегодня репетицию. Позорище. Ну, мне сейчас нужно на фортепиано. В этот момент мою чашки, вы понимаете, все. А я попросил. Дервила, свиту. Есть у меня вода гениальная, целая цистерна внизу. Кремневой воды, вон там, внизу я сделал. Понимаете, мне дервила, мне нужен аккорд. Я выключу. Может, надумываю что-то, может, придумываю. Но я влюбляю бесконечно в творение. И вот я доверил этому пацану. Это моему любимчику. Он приносит мне свиту Дервилуа. А там есть часть вот дальше. Вот если можно, жалоба написана. Жалобу в мисском пишет. Ламента. Знаете, как перевести ламента? Скорбная песня. И она так начинается. В то же время гордыня есть. Правда, какая же это жалоба? И вот этот малыш ко мне приходит после триумфа в Москве. Я, Лешенька, что ты принес? Дербелуа, свиту. Я, что ты такой печальный? Вот ты себя плохо чувствуешь? Мот не кушал. Ну ладно, давай играть. Вот он начал играть первую часть. А вы же понимаете, что это для меня знает? Я Алешенька, родной. Вот знаешь что? Вот во втором такте, посмотри, я тебе исполню. Он на меня так смотрит. Я тоже на него смотрю, и я ему играю. Я ему играю, так он так на меня смотрит. И вот это я ему простить не могу. Я старый, как дитя, восхищаюсь каждой репликой этой свети. Ему дарую эту радость, красоту. Он смотрит на меня вот так. Я, Леша, ты где? Здесь.
Я говорю, нет, тебя больше здесь нет, Алеша. Попробуй, только играй таким с ощущением, как будто играешь на большой зал, хорошо? Попытка всего, понимаешь, да? Концерт идет в ре-мажоре. И сразу же вступление, понимаешь, вы чуть-чуть ритмичнее сыграете ваш этот каданс весь. Та, дослушайте, а потом та-ра-ди-ра-ди. И все штрихи точные. Пожалуйста, перед ним прямо. Динамика должна быть немножко более выразительная и более такой выпуклой. Потому что никто ничего не поймет. У тебя неинтересная здесь динамика. Это благополучная игра. Вы понимаешь, да? Вот сыграйте, пожалуйста, перед ним тут и перед побочной партией. Перед вами новый исполнитель. У нас будут равные условия. Как вы решите, тот поедет в Москву. Я двоих брать не могу. Едет один. Лучший. На сегодняшний день, конечно. Исполнение концерта на эти. Алеша. Киселев. Они
Онищенко. Киселев. Киселев Алеша. Онищенко. Киселев. Онищенко. Киселев. Киселев. Поприветствуем нового лауреата. Как-то ко мне зашел Павел Петрович, говорит: Павел Петрович, слушай, спать не могу. И чувствую, что только вы можете сделать удивительную обработку такой пьесы. Автор такой, знаете, фамилия Шлемюллер. Знаете, как Шлемазов. Шлемюллер. Серенада. Но какая серенада? Вы послушайте, какая серенада. Ну, дорогой, ну подыграй чуть-чуть. Туда. Ну, пошли. Соединить меня с гениальнейшим человеком уже по прошествии многих лет, подарить мне учителя с большой буквы, это сам Павлович Стогорский. А его первым учителем был Анатолий Андреевич Брандуков, я же это еще не знал. А это друг Тургенева и Петра Ильича Чайковского, вот он перед вами, видите, да? А Сергей Васильевич Рахманинов подарил ему единственную свою сонату для виолончели. А Чайковский подарил ему Пэтсика Пичиоза посвятил. Видите, откуда корни тянутся, да? И потом, когда я услышал и понял, что я с каждым днем мне общение с этим человеком дарует жизнь, я понял, что самое святое слово на свете, вот знак равенства могу сказать, это когда ты встретишь на своем пути помогающий учитель. Вот мама и помогающий учитель. Это сродни. Вы знаете, что у меня целый ряд талантливых есть учеников и были, но вот достаточно назвать того же Кольку, последний Дима Лединов, который сейчас в Петербург уехал, с которым мы папы римского были, удостоились чести играть со Спиваковым. Знаете, да? Теперь виолончель, гитару. С этим сочинением и весь мир. В Организации Объединенных Наций играл с Ленкой. С оркестром моим в филармонии выступал. Со Спиваковым на тысячном концерте. Звучите, звучите, а вы помогайте и тони.
Маэстро, тебе просьба. Ты можешь чуть-чуть живее играть? Или нет? Не пробовал? Никогда? Ну, дерзни. Тарим, парам. Все-таки написано «Аллегро маэстозе». Знаешь, что такое маэстозе? Торжественно. Сегодня утром встал и думаю, господи, соловьи запели. Вы знаете, как сегодня соловьи пели? Весна пришла! Ну, весна пришла. Ребята, играем просто в радость. Значит, только мне фактуру. Вот только фактуру. Алло, слушай, смотри сюда. Как только я делаю паузу, все сразу дайте поймать ваши глаза. В музыке вот это направление, мелодия, оно очень важно. Но время отпущено на все. Секунду, значит, и там. Но только взгляд секунду там, а во вторую там. А потом иногда вот так бывает. Пошли. Но об этом позже. Раз, два. Английских вот этих жезлов, пяти спицы, которая превратилась вот в эту дугу, ну и кусочек здоровья. Так, в этот момент идут разговоры. Вот смотрите, обратите внимание, как только я делаю паузу, болтовня. Почему? Ты к людям нынешним, а какое время настало страшное, да сейчас, не очень сердцем льни. Быть от людей подальше лучше в наши дни. Глаза своей души, как сказано, глаза своей души открой. На самых близких, с какой печалью, говорит, и с ужасом увидишь.
тебе вроде они. Извините, это же, конечно, это страшно. Это, конечно, не так. Но какой глубокий смысл в этих строчках? То есть во что можно превратить человека, если душу его не лелеет? С молоком матери, так это живет. И у нас дома вот такая была атмосфера. Я боготворю свою маму до сих пор. Атмосферу, которая... Правильно, не надо детей специально светить. Но если дома звучала такая музыка, если в часть какой-то, она садилась, прикасалась. Ну, мне повезло. У меня такие удивительные родители, понимаете, в этом смысле. Вот это все, вот эти моменты, которые потом... Вот тогда инструмент станет одушевленным предметом. А если этого не носить, здесь всегда будет. И в каждом человеке, и Бог, и черт, они все время. Вот в человеке сидит и то, и другое. Можно стать чертом, а можно служить Всевышнему. Понимаете? И вот наше назначение, что наше общение, то, что прервало телевидение, кстати, в том числе. Вот это урбанизация великая, понимаете? Мы лишились живых общений. Только, знаете, как тоже один поэт сказал, ты яркий, важный, многогранный, знаменитый поэт, главарь, завидная судьба. А потом так сохнул, но все равно одной улыбкой странной она творит героя или раба. Это же Солоухин. Немного надо встретиться, любя. А если нет, то всюду ждут тебя в пустых ночах пустые города. За ледоход, за дождь, за листопад, за все цветы, за все шипы земли, за постоянно брежущий вдали манящий образ женщины желанной. Понимаете? И вот когда мы женимся или выходим замуж, нам всегда говорят, ну все, печать действий, а теперь она моя. Он говорит, по количеству разводов Республика Беларусь занимает одно из, как и Русь, и многие другие. Понимаете, почему? Культуры нет человеческих общений. Когда она будет? Thank you.
хотел сейчас взять сначала романс. С романса, пожалуйста. Все, приготовьтесь, приготовьтесь, приготовьтесь. Пожалуйста. Нет, нет. Все, мы сейчас только образы уже делим. Я уже не занимаюсь вопросами интонации, ничего. Интонирование, и все проживают вместе со мной. Я глядя на вас, но вы иногда на меня посматриваете. Я специально, видите, тоже сегодня с природой пообщался, чтобы к вам свеженьким прийти. Пожалуйста. Класс, вы хорошо сейчас играете, но дело в том, что соединение смычков – это тоже средство художественной выразительности. Понимаете, форма, венок сонетов – давняя мечта изведать власть железного канона. Теряя форму, гибнет красота, а форма четко требует закона. Интонируйте каждый мотив. И это делайте не просто потому, что я вас к этому призываю, а потребность. У всех. Еще раз. Послушайте, делайте это с удовольствием. Вечером вы сотворите. Понимаете, немножечко доверьтесь вот этой свободе, которой ни один дирижер никогда, он мечтает ее добиться. Но все равно есть вот как бы только наедине с самим собой можно иногда так вот абсолютно погрузиться вот в эту вот какую-то тишину. В это счастье, я не знаю, окунуться. Но надо передать в звуках это ощущение. Попробуем вечное движение сыграть. Yeah.
Вот здесь важно только вовремя начать. Вот, вот, вот. Музыка уже где-то идет. Аккорд. Космос же, я вот она акустика. То, что надо. Понятно, нет? Еще раз. Замечательно. Спасибо вам. Спасибо. Вот это то, что должно быть. Хотя никто не знает на самом деле, что должно быть, понимаете? На меня. Спасибо. Вот это, я вас молю. Я без вас нужен. Пошли. Пошли. Раз, два, три. Я благодарен вам, господа, за эту репетицию. Что со мной будет во время концерта, я не знаю. Но вы к выступлению готовы. Живой труп Протасова к цыганам поедет. Жив этот дух, жив, передан нам по наследству с генами наших предков. Так за них сейчас бы я поднял тост, если было что выпить. Есть. О, гениально. Вот что такое иметь друзей. Если Богом я был, ты знал бы, что творил. Если б скульптором стал, высек бы из белых скал. Если б краски мне дались, рисовала б моя кисть. Это мечта, которой я хочу дотянуться и, дай Бог, успеть в этой жизни.